Иешуа пришел, чтобы нарушить закон или исполнить его. Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на Возрождение сегодня. Сегодня у меня в гостях Ариэль Блюменталь. Он один из лидеров общины Хават Иешуа в центре Иерусалима. Он также является частью служения Возрождения Израиля. Он уже бывал у нас в гостях, и сегодня у нас будет изучение Библии, к которому вы можете присоединиться вместе с нами. Мы поговорим о теме, которая все еще очень актуальна и может перерасти в экстремистские проявления. Об этом мы тоже поговорим, но главная цель сегодняшнего выпуска... Это принести баланс в эту тему, потому что в ней есть много странного. И я приглашаю на программу разных гостей, чтобы принести этот баланс, выстроить его окончательно. Как же нам, верующим Нового Завета, относиться к Завету Ветхому, к Торе? Есть две крайности, и вы о них хорошо знаете. Одни говорят, у нас больше нет закона. Иешуа пришел и отменил все, и нам все это не нужно. А другие говорят, мы под благодатью. Мы не под законом, а под благодатью. Да, и нам даже не нужно читать Ветхий Завет. Мы можем просто быть верующими Нового Завета. Маркиан, который давным-давно сказал, выбросьте его совсем, потому что... Христианам он не нужен. Многие современные проповедники тоже так говорят. А с другой стороны, мессианские евреи или верующие с еврейскими корнями, которые считают, что нужно соблюдать как можно больше законов, потому что их никто не отменял. Итак, у нас есть два основополагающих лагеря. Что думаете? Спасибо за предисловие. Сегодня мы будем изучать отрывок из Матфея 5 главы. Многие люди, имеющие твердые убеждения в том, что Шаббат никто не отменял, праздники и кошерные законы никто не отменял, доказывают свою позицию, используя этот отрывок Евангелия от Матфея. 5 глава, 17 стих. Там нам Иисус говорит очень важное слово. Среди прочего, там говорится вот о чем. А давайте я прочту это, чтобы у нас был контекст. Это основной отрывок, который мы будем обсуждать сегодня. Итак, я в Евангелии от Матфея, 5 главе. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царство Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Звучит просто. Иисус, великий еврейский раввин, стоит там и прекрасно учит истории. Матфей пишет об этом еще с конца четвертой главы. Изначально разделения на главы не было. Предыстория была такой. И Иешуа ходил по Галилее и даже по Сирии и исцелял. Он исцелял всех, изгонял демонов, поднимал парализованных. Он делал это для множества людей. Это то же самое. Если бы сегодня кто-то вошел в огромную больницу на пять тысяч человек и исцелил бы всех людей там, люди были бы в шоке, и после этого следовали бы за ним повсюду. Разве не так? Чудеса никогда не меняются, и это было бы в новостях по всему миру. Сегодня, конечно же. Вот с чего все началось. Происходило что-то невероятное. Появился какой-то человек и начал делать все это а затем все собрались на одном из холмов, никто не знает, на каком точно, у Галилейского моря. И он начинает объясняться. Это новое движение, и он объясняет, имеет ли оно какое-то отношение к Торе или нет. А вот предыстория этих слов. Ну а в конце Нагорной проповеди, в 7 главе, Матфей пишет, что люди были удивлены, потому что он учил их, как тот, кто имеет власть, а не как книжники и фарисеи. Люди привыкли, что они приходят в синагогу, а там равин или книжник открывает свиток и начинает просто изучать его в иудаизме так по сей день. Они читают текст, а потом комментарии разных раввинов, никакой от себя тяна. Есть четкие авторитетные мнения, которых они придерживаются. Так же было и тогда. Они читали, говорили о том, кто что сказал, ссылались на авторитетное мнение, и никто ничего не говорил от себя. Потом нужно собрать всю эту информацию вместе. Да, а Нагорная проповедь начинается с того, что Иисус открывает рот и говорит «блаженны» или «благословенны». Он не говорит Пусть Бог благословит вас, а просто провозглашает это благословение, блаженно, смиренные. Часть этого это цитаты из Ветхого Завета, а большая часть шла прямо от Него. Он утверждает этот закон, эти слова. Были еще случаи, когда Он говорил, вы слышали, как сказано, а теперь я говорю вам именно так. Тут мы видим его невероятную власть. И в чудотворении, и в провозглашении Торы. И он говорит, не думайте, что я пришел нарушить или отменить закон и пророков. Но чтобы исполнить их, это сильные слова. Он говорит, я не пришел, чтобы начать новое, безумное, харизматическое движение. Нет, я пришел продолжить традиции иудаизма, а именно Торы. И все, что я делаю, я делаю в соответствии с ними. И ни одна йота или ни одна черта не придет, не уйдет из этого закона. А на иврите сказано «йот». Это самая маленькая буква в еврейском алфавите. А еще она отвечает числу 10. Это удивительно. Он говорит, что маленькая черточка никогда не исчезнет из закона. Вот как важен закон. Маленькая черточка никуда не денется. Да, йод или ют — это число 10. Хорошо. Пусть будет 10. Недавно читал комментарии одного равина. Иногда они могут быть очень интересными и познавательными. Почему именно ют? Потому что имя Сара, жена Авраама, перед тем, как стать Сара, заканчивалась на ют. Но потом Бог изменил ее имя Юд исчезла и стала «Хей». И тогда Юд закричала, «Что ты со мной делаешь? Я же Слово Божие. Ты должен вернуть меня обратно». И Бог вернул Юд обратно, когда Моисей изменил имя Иисуса Навина. Изначально Иисуса Навина звали Гашая бен Нун. Его имя было изменено на Иегашуа, буква «Юд» вернулась обратно. То есть, даже если одна буква «Юд» будет удалена, она все равно вернется назад в Слово Божие. Смешная история. Раввины могут быть очень умными. Да уж. Давайте перейдем к сути. В чем же тут противостояние, противоречие? Хороший вопрос. Мы уже говорили но если бы это было единственное учение в Библии о законе и благодати, о старом и новом, то все было бы очень просто. Но мы часто видим это во многих посланиях Павла, а также в посланиях к евреям. Например, Ефесянам 2 глава, 15 стих, «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением». Кажется, будто бы он упразднил или отменил закон. Колоссиянам, 2 глава, 14 стих, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Он пригвоздил ко кресту какой-то документ, и можно подумать, что речь о законе. Именно так думают многие христиане. Евреям, 7 глава, там говорится об изменениях в священстве, переход от левитов к священству Иешуа. А если меняется священство, то значит меняется и Тор. Евреям 8 глава, 13 стих. Там сказано, что Тора устарела и постепенно исчезает. А еще второе послание к Коринфянам, 3 глава, с 9 по 11 стих. Там сказано, что служение Торы и Ветхого Завета — это служение осуждения. В нем была слава, но она постепенно исчезает. Итак, тут небольшая теологическая проблема. Как совместить эти понятия? Где тут голова, где хвост? Некоторые люди делают акцент на Евангелии от Матфея, 5 главе, 17 стихе. И говорят, что Павел, проповедуя язычникам, зашел слишком далеко. Кстати, именно это иудеи закидывают мессианским верующим, они говорят, что Иисус и Павел говорят об абсолютно разных вещах. Якобы Павел учил о чем-то своем. Сейчас некоторые академики и раввины в Израиле отзываются об Иисусе как о великом раввине и учителе, но Павла они все еще недолюбливают. Они считают его антисемитом, выступающим против Тора и иудаизма. Якобы Он придумал эту религию для язычников и сделал Иисуса Богом в ней. Тут тоже есть противоречие. Правда ли, что Иисус и Павел учат противоположным вещам? Если да, то это большая проблема. Но ответ на этот вопрос — нет. Павел заявляет, что он ведом Духом Святым. Конечно. Изучая Библию, а вот во что мы, мессианские евреи, евангельские христиане, верим. Толковать Библию нужно в первую очередь в контексте. Какой тут исторический и грамматический контекст? Что он говорит в этом отрывке? Слова «закон» и «тора» могут иметь разные значения, и каждый из них нужно брать в своем контексте и понять, что там сказано, а также не использовать это для других мест. Поэтому крайне важно смотреть на контекст того, о чем учил в свое время наш Господь Иисус. Слово «Тора» зачастую используется по отношению к 613 заповедям в первых пяти книгах Библии. Вы имеете в виду в Новом Завете? Во-первых, слово «Тора» там не используется. На греческом это «номос». У Павла оно может означать «пятикнижие Моисея», а может и означать «613 заповедей» ну или универсальный Божий закон, или даже римский закон, кто знает. И нужно понимать, о чем же говорит нам автор в каждом из контекстов, чтобы ничего не пропустить, иначе мы попутаем все. Ясно? Давайте тогда поговорим, что Иешуа имеет в виду под заповедями в Нагорной проповеди. Он говорит, кто исполняет и учит тем заповедям, которые я даю, о каких же заповедях идет речь. Давайте посмотрим на текст. В 17 стихе он дает вступление. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Хорошо, Иисус, мы тебя услышали, но что ты имеешь в виду? Какой закон и так далее? А теперь посмотрите на 18 стих, на его первые слова. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Что это означает? Что это означает? О каких законах мы говорим? О правилах питания? Тогда как они могут быть исполнены? Похоже, что он говорит здесь о пророчестве, и тут указывается период времени «пока». То есть Тора не пройдет, пока все не будет исполнено. Благодаря одной из книг я узнал, что в первую очередь Иешуа говорит, и это полностью согласуется с Павлом, что Ветхий Завет со всеми его частями — Танах, Невиим, Китувим, Танах — это Тора, Пророки, книга Иисуса Новина, ну и так далее. Здесь Иешуа говорит только о законе и пророках, потому что на то время другие писания еще не были канонизированы. Они еще не стали святым письмом. Это случилось позже. Они были канонизированы как в иудаизме, так и в христианстве. То есть он выходит и говорит, что Тора или еврейская Библия ⁇ это в первую очередь книга обещаний и множество пророчеств. То же самое говорит нам и Павел. Когда он пишет об Аврааме и обетованиях, он говорит, что читая, мы должны видеть там обещания и Дух Святой говорит к нам через эти обещания и пророчества. Некоторые из них о последнем времени, но если у вас есть Дух Святой, вы можете использовать их для себя или своего собрания и так далее. А вот что Иисус говорит здесь в первую очередь. А еще он намекает, что во время своего первого прихода он не планирует исполнить все пророчества последнем времени. И мы знаем, что все так и было. Это и удивляет людей. Первое, что говорят иудеи, когда вы проповедуете им об Иисусе, а если Он — Мессия, то где мир во всем мире, где престол Божий в Иерусалиме, и сидящий на нем Мессия, он говорит, за следующие три года произойдет многое, я пришел исполнить все, но не сразу. И не выбрасывайте Танах, пока я не вернусь. Там сокрыто очень много информации. В Скинии, в храме и в праздниках есть много информации. Она прежде всего о последнем времени, даже в псалмах там полно пророчеств. Мы редко думаем о том, что Псалтырь — это тоже пророческая книга. Мы привыкли открывать послания Амоса, Михея, эти священные книги, и там мы видим словосочетание «День Господень». Ну а как насчет притчи или псалтыри? Я бы даже сказал, что такой является и Тора. Многие верующие, читая первые пять книг Библии, не думают, что там скрываются предсказания. Они больше относятся к ней, как к исторической книге. Да, как к правилам соблюдения чистоты. А вы говорите, что в Торе полно пророчеств о будущем. Да, Иешуа говорит «я пришел не отменить, а исполнить». И он имеет в виду, что Библия — это пророческая книга. Если вы не верите в Иешуа, то знаете, что все раввины считают, что весь Танах или Ветхий Завет, говорит о днях миссии и о царстве миссии. И Иешуа просто говорит «Аминь» на все это. С этим, надеюсь, все понятно. Да, эти люди относятся к этому как к правилам соблюдения чистоты, святости, постройки скинии и храма. Это, во-первых, да, дальше продолжайте, пожалуйста. А Во-вторых, там есть много заповедей, которые не являются пророчествами. Десять заповедей — это не пророчество. Не обманывай. Почитай отца и мать. Это не пророчество. И дальше он говорит как раз об этом. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И многие люди толкуют это так, можно одолжить э, вашу Библию? Он стоит там на солнце. О, тяжелая какая. Кто знает, сколько это длилось? Может несколько часов? Вот эти заповеди. Во-первых, у него не было такой книги. Печатное дело еще не существовало, это ведь понятно. И свитки он ведь не таскал за собою. Да, свитки есть у нас в Хават Иешуа. И даже здоровым ребятам не так просто их держать. Кому-то нужно поддерживать их руки. Они тяжелые. Там пергамент и дерево. А еще их не позволено было выносить из синагоги. А вот библиотечная карта. Возьми свитки, и мы пойдем с ними в горы. О, нет-нет. То есть у него не было ничего. Поэтому, когда он говорит «эти заповеди», мы должны спрашивать, какие именно заповеди. Речь о тех заповедях, которые он начинает разбирать дальше, в 21 стихе, и следующие две главы за этим. А вот какие заповеди. Понятно? 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Это из десяти заповедей. А я говорю вам, и благодаря контексту мы понимаем, что Иисус пришел не отменить Тор. Во-первых, она полна обещаний. И все они исполнятся, может, не на этот раз, но обязательно исполнятся. Есть заповеди, которые я пришел исполнить и сделать их еще богаче в некоторых случаях подправить или изменить их, или даже сделать их еще суровее. Например, не убивай. Большинство никогда никого и не убивало. Может, вы? Вы кого-нибудь когда-нибудь убивали? Было у вас такое? Нет, пока никого. Пока никого. Он говорит, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Иными словами, никто не встает утром и не решает убить кого-то. Например, Каин и Авель первое убийство в истории это то, что накипело в его сердце. Зависть, ненависть, месть и прочее, все это накипело и вылилось в насилие. То есть Иисус делает заповеди еще более суровыми. Нам нужно постоянно проверять свое сердце, есть ли в нем злость, зависть или конкуренция, если вы не разберетесь с этим, то можете убить кого-то, ведь так? А потом придется стоять перед Господом и отвечать за это. Вот именно. Господь знает наши сердца. Вторая заповедь — это 27 стих. Вы слышали, что сказано древним «Не прелюбодействуй». Вы хороший брат и верный муж. Аминь. Это просто большинство из нас не прелюбодействовали. Но дальше он говорит. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ой-ой-ой, в этом я виновен. В этом виновно все наше поколение. Есть ли хотя бы один мужчина, который не смотрел на женщину с вожделением, а он говорит: именно с этого начинаются изнасилования и прелюбодеяния. Мужчина не просыпается однажды утром и решает изменить жене. Он просто много времени проводит со своей секретаршей. А потом он недоволен своей женой. Если не разобраться с этим семенем зла, то вы совершите прелюбодеяние. Риэль, наше время подходит к концу. Я хочу подытожить то, что вы сказали. Когда Иешуа сказал эти заповеди, то имел в виду те заповеди, которые он потом разбирал в ходе нагорной проповеди. Верно? Да, нам нужно позволить учителю самому объяснить свои слова. Он говорит, чтобы мы жили и учили именно этим заповедям. Да, и в этот список входит развод, клятвы, месть, благословение врагов, даяние, молитва, пост, деньги, имущество. Не волнуйтесь, не просите, не ищите, лжепророки и все. Что подозрительного в этом учении еврейского равина? Каких тем здесь не хватает? Шаббат, еда, праздники, правила чистоты. Обо всем этом он ничего не говорит. Он говорит лишь о том, что церковь называет законом морали. И все апостолы в своих посланиях подтверждают это. Это Тора Мессии, Бога, и она универсальна. Ее может понять и применить любой человек в любой культуре. Не думайте, что после появления благодати заповедей больше нет. Заповеди есть, и их нужно выполнять. И ой-ой-ой, берегитесь. Павел дважды говорит, если вы намеренно нарушите заповеди, то такие Царства Божьего не наследуют. Нам нужно это помнить. И изучая Евангелие от Матфея, пятую главу, вы должны понимать, что именно эти заповеди Иисус пришел укрепить. О шаббате здесь речи не идет. Вы не можете использовать этот стих, чтобы говорить, как нужно питаться и как соблюдать субботу. Это совсем другой вопрос, и вообще все это второстепенно и, скажем так, на вашем рассмотрении. Да, об этом в другой раз. Кстати, Ариэль, спасибо вам. Наше время подошло к концу. Это было очень информативно. Я приглашаю вас к нам снова. Вы написали книгу об одном новом человеке, в которой вы детально разбираете подобные вопросы. Друзья, надеюсь, что наше небольшое изучение Библии лишь разогрело ваш аппетит, и вы захотите узнать гораздо больше в наших следующих выпусках, когда к нам придет Ариэль. Поэтому мы пригласим к нам его еще раз. Совсем скоро выйдет его книга. Точные даты еще нет. Надеюсь. Это будет в начале года, и она выйдет на английском, китайском и корейском. Прекрасно. Мы хотим рассмотреть эту тему еще детальнее. Я прошу вас поделиться этим видео. Я знаю, что у вас есть друзья и родные, которые с удовольствием посмотрели бы этот выпуск. Ариэль придет к нам еще раз, и мы продолжим этот разговор. Спасибо за то, что были с нами. Пишите нам, и увидимся через неделю в новом выпуске «Возрождение сегодня». Шалом!